Так, всем привет, ребята. Ребята, всем привет. Присоединяйтесь, у нас сейчас с вами будет розыгрыш. У нас будет целых два розыгрыша. Это розыгрыш йога-бокса от Yoga Staff. Вот он, вот он. Я приехала, наконец, и теперь он у меня в руках. И мы его будем разыгрывать. Вот. Все помнят, что для этого нужно было оставить там комментарий. А второй розыгрыш – это розыгрыш комплекта йога-одежды. Да, ребята, привет, да, спасибо за комплименты. Все говорят, что я прекрасно выгляжу. Спасибо, спасибо, спасибо. И вообще-то я собираюсь покраситься, потому что это ужас просто полный. Все отросло, все волосы в соли до сих пор. Полный кошмар. Я вот сижу, я все не понимаю, за что взяться. Я только сегодня ночью прилетела, я не понимаю вообще, за что взяться. Так, ребят. Ну что, я жду, пока сейчас все, кто хочет, все, кто участвовал, все присоединятся, и мы начнем разыгрывать. Разыгрывать бокс и разыгрывать комплект одежды. Для того, чтобы выиграть бокс, нужно было оставить комментарий и подписаться на yogastaff.ru. Вот. И я сейчас вам, пока вы присоединяетесь, я вам покажу, что в этом боксе. Ребят, вы должны это видеть, это просто... Сейчас. Смотрите, как здесь круто. Значит, в этом боксе чипсы. Это вообще улет. Какое-то супер масло для бровей. Супер крутое. Мои карточки с аффирмациями. Там внутри карточки с аффирмациями. Можно вытянуть любую. Давайте сейчас вытянем какую-нибудь аффирмацию и прочитаем. Сейчас. Вот, я открыта к возможностям, которые посылает мне мироздание. Пусть это будет сегодня вашей аффирмации на день. Да, вот. Дальше, ребята, что у нас здесь еще есть? Конечно же, сумка с катаном. Это очень плотная, толстая сумка. Прямо очень удобная и клевая. Смотрим дальше. Подушечка на глаза для шавасаны. Вот это просто кайф. Ее кладешь на глаза и кайфуешь. Просто кайфуешь. Потом зубная паста. Потом ремень. Кокосовый урбич, классный. Это что? А, свечка, маракуйя и сливки, ароматическая свеча. Ну-ка, сейчас я понюхаю, сейчас. Улет, полный улет, очень вкусно. Лабораториум, это бренд Лабораториум, ну его, наверное, все знают. Потом, что это? Это что это? Ага, это зубная щетка, экологическая зубная щетка. Очень хороший шампунь, индийский кхади, его все знают тоже, очень классный. Herbal шампунь, он на основе всяких трав, в общем, аюрведический. Потом розовая вода, розовая водичка. Что еще? Шоколадка из кэраба, чтобы было очень сладко. Скраб, супер боди детокс вместе с сандалом и углем. Он такой черный будет, активированный уголь. Сандаловое дерево и масло черного тмина. Потом Айенгар, книжка Айенгара. Пало Санта. Блин, ребят, здесь столько всего. Крем для рук. Слушайте, это просто охрененно. Я была бы в восторге, если бы я такую тему выиграла. Да, ребята, это просто супер. Укладываю все обратно. Эта коробочка ждала своего победителя, знаете, сколько? 2 месяца, ребята, реально, 2 месяца, прикиньте. Вот пока я ехала, была в Крыму, она ждала. Я не хотела делать розыгрыш там, я хотела вам показать просто еще раз все это. Это все пройдет. Здесь описание того, что здесь все в составе. Так. Все, я закрываю. Коробочка от Yoga Staff, вот она. Ну что, друзья, вот. Ну что, ребят, значит, для того, чтобы выиграть, что-то у меня какой-то пересвет. Для того, чтобы выиграть этот бокс, он не хочет, у него пересвет. Нужно было оставить комментарий к посту, который с боксом, поняли? Комментарий надо было оставить. Вот, я думаю, что здесь все, кто есть, они все оставили комменты. Давайте сейчас сделаем розыгрыш. Значит, розыгрыш будет делаться очень просто, сейчас вам покажу как. У меня есть второй телефон. Я зашла вот сюда. Вот к этому к посту нужно было оставить комментарий. Здесь 3774 коммента.
И нужно было подписаться на Yoga Staff, вот на этот магазинчик, на Yoga Staff. Поэтому, если вы еще не успели это сделать, вы можете это быстро сделать. За последние у вас есть 2 минуты, чтобы подписаться на Yoga Staff. Вот. Подписаться. Я, кстати, сама не подписалась на них. Вот. Значит, вы должны просто зайти и подписаться на Yoga Staff и быстро написать коммент здесь, такой, типа там. Понятно? Вот, так что ищите вот этот вот пост у меня в Инстаграме, где я с боксом, вот этот. Заходите сюда, пишите здесь комментарий и нажимайте на Yoga Staff и подписывайтесь на них. Все, больше ничего не надо сделать. Ну, еще, конечно же, лайкнуть фотку, да, сейчас посмотрим, есть ли это в условиях. Сейчас проверяем условия. Значит, подписка на Yoga Staff, лайк на фото и коммент под постом, да. 3 условия нужно соблюсти. И давайте, ребят, давайте, я жду еще, давайте вот. Давайте пока что, кто хочет, может, кто-то здесь есть, кто участвует, но не участвует. Короче говоря, кто в онлайне, но не участвует, у вас сейчас 2 минуты, вот давайте до 12:52, чтобы пойти и все это сделать. В общем, даю последний шанс. Хочу, чтобы больше людей смогли принять участие и выиграть. Вот, а я пока что вам что-нибудь расскажу. Ну что, друзья, я вот приехала в Питер, и я думаю сейчас взять время для уроков. Будут в уроки в Питере каждую неделю. Я сейчас ищу зал. Нашла один симпатичный зал. Это Life Body, студия Life Body. Где же она находится? Где-то там в районе Сенной. Ну, там классно. Вот. И собираюсь давать регулярные классы. И подумываю о онлайн. Тоже регулярных классах онлайн. А в ноябре, ребята, 2 ноября мы снова едем в Крым. Там будет очень тепло, да, на день рождения моей бабушки будет очень тепло, потому что у нас там зал с подогревом, пол с подогревом, и, в общем, будет классный йога-тур. Также, что еще из интересных событий в моей жизни, мы сейчас смонтируем новый курс, сегодня хочу встретиться с Максом и с оператором и выяснить, что, какой расклад. Значит, дети занимаются музыкой, сейчас я пойду с ними на музыкальную школу. Да, Life Body на Владимирской, ну вот, да, вот это вот местечко. Вот, и сейчас мы с вами, ребята, разыграем сначала вот это, а потом мы разыграем челлендж благодарности, и мы разыграем... Я напоминаю, что, ребят, тем, кто участвовал в челлендже благодарности, нужно было выложить пост в конце. Знаете, почему так произошло? Потому что у нас девочка, которая должна была мониторить все сторис, она залажала. Она просто не справилась с темой, и она просто не смогла по сторис отслеживать всех. Хотя изначально в условиях я обговаривала, что условия — это нужно выкладывать каждый день сторис. Девочка взяла, и просто она просто лажанулась. Она просто не смогла. И в итоге нам пришлось попросить всех участников в конце еще и выложить пост. Я понимаю, что это как бы за пара, но вуаля. Спасибо за комплименты. И все, мы начинаем розыгрыш. Все, вроде бы все подписались, все, кто хочет, и я начинаю розыгрыш. Сейчас переключаюсь, и вот сюда мы забиваем ссылку. Вот, это видите, это ссылка на пост. Сейчас мы здесь все ставим. Вставляем ссылку на пост. Вот. И начинаем, в общем-то, сам розыгрыш. Вот он обрабатывает наши комментарии. Сейчас мы узнаем человека, которого он предложит. Мы пойдем на его страницу. Вы мне поможете его отследить. Действительно ли он подписался на Yoga Staff, лайкнул фотку и оставил коммент. Вот. Вы поможете сейчас мне... проверить, я надеюсь, потому что постоянная подстава с этим. Люди очень недобросовестно почему-то выполняют. Да. А им пофиг, они просто коммент оставили, а сами не подписались, и лайк не оставили, и, в общем, им все равно. Так что сейчас будем их проверять. И я хочу, чтобы выиграл реально человек, который по-настоящему очень хочет этот бокс. Вот. Вот наш классный бокс. Я бы уже с удовольствием съела вот это. Дома на Таврической. Вот наше пианино, на котором дети занимаются с книжками на стуле. Так, ну-ка, как тут? А, смотри, еще ребята мне прислали масло Пало Санто, короче, смотрите. Это Рама Кришна, наша любимая, прислала мне целый бокс. Я приезжаю, у меня в Питере ждет вот такой бокс с благовониями. Здесь все самые топовые благовония Рамы Кришны. Булинат, Нагчампа, сандал, вот самый четкий сандал. И плюс еще вот такое вот масло эфирное Пало Санто. Вообще я их использую как парфюм. Кстати, ребята, у меня еще новый парфюм. Так, ну что,
Связь пропала? О! Итак, нам предлагают В. Негина. Сейчас мы пойдем проверять, действительно ли В. Негина лайкнула эту фоточку. Что? Не лайкнула. Так, она не лайкнула. Все, она не лайкнула. Так, Юра. Так, он в Москве. Понятно, он в Питере. Не в Питере. Так, она не лайкнула. Все, берем другого человека. Переделываем. Ира Емченко. Проверяем. Так, она тоже не лайкнула. Она не лайкнула. Все, она не лайкнула. Ищем другого человека. Анастаси. Проверяем. Блин, она тоже не лайкнула. Что? Анастаси. Вообще нифига, она тоже не лайкнула эту фотку. Так, блин, ребят, что за фигня? Так, очень крутой бокс. Миша Сашина. Блин, да что за фигня? Он лайки не показывает. Так. Привет, я переключилась на другой интернет. Скажите, сейчас получше? Я переключилась на другой интернет. Виснет или получше уже? Короче, мы выбираем дальше или забиваем на лайки и просто отдаем первому человеку попавшемуся. Или дальше начинаем. Дальше смотрим. Короче, выбирайте. Забиваем и отдаем бокс человеку, который не лайкнул, но подписался. Или ищем того, кто лайкнул. Дальше? Ладно, хорошо. Так, Миша Сашина. Переделываем. Mary, creative lady. Так, она тоже не лайкнула. А нет, не так я написала, не так. Чё? Вот. С кем? Телефон. А, тебе нужен мой телефон. Слушай, я сейчас не могу. Идем дальше, она тоже его не лайкнула. Ну, ребят, мне нужно сделать этот вырез. Так, Спезу. Ну ладно, у нас еще есть полчаса. Да, все, она лайкнула. Она лайкнула. Все, отлично, Спезу один. Вот, Анастасия Горошкова. Ну что, все, тогда она получает этот бокс. Вот она написала, мне прям нужен этот бокс. Мне прям нужен этот бокс. Ну что, все, я считаю, что все по-честному. Она лайкнула фотку, она подписалась, и она оставила коммент. Все, тогда я скриню, я сейчас скриню эту фотку. Вот. Ну что, ребята, я поздравляю. Поздравляю с Пезо 1. И сейчас второй розыгрыш, бокс улетает. Да, поздравляю. Подписка на Йогастав. А, кстати, да, мы не проверили подписку на Йогастав. Сейчас проверим. Иди пока играй, я позвоню. А подписки нету. Сейчас, ребята, подписки нету. Ребята, стойте. Нужно все это все переиграть. Смотрите, я смотрю их подписку. Вот, их подписчики. И ее нет среди них. Нету. Их нету. Ну что, переделываем. Переделываем, ребят, переделываем. Переделываем. Так, Делиндри. Делиндри. Проверяем.
Подписка есть. Сейчас проверим лайк. А лайка нет. Блин. Ребят, ну не организовано, да. Лайка нет. Ну, блин. Смотрим дальше. Так. Дробко. Блин, ничего не видно. Дробко. Дробко. Так. Лайка нет. Лайка нет. Так, дальше смотрим. Так. Ну, блин, ничего не вот. Томсик 85. Томсик 85. Лайка нет. Смотрим дальше. Дичка. Лайка нет. Слушайте, а почему вы не лайкаете мои фотографии? Я не понимаю. В чем дело? Так, Юлианна. Есть лайк, Юлианна Макарова. Смотрю на вас и восторгаюсь. Насколько вы красивы, уверены и духотворенные. Так, лайк есть, это уже хорошо. Юлианна Макарова. Сейчас идем, смотрим подписку. Мам, привет. Юлианна Макарова. Да! Она есть. Все. Все, Юлианна Макарова. Юлия, все, ты получаешь бокс. Отлично. Вот смотрите, это классный открытый аккаунт. Видите, это счастливая жена, любимая мама, троих детей, родитель, богатырей, руководитель. В общем, нормальный человек, классный, живой, с открытым аккаунтом, в котором есть реальные фотки и реальная жизнь. Поэтому я считаю, что она заслужила. Все. Все. Все, ребята, я поздравляю Юлианну Макарову. Юлианну? Юлия, Юлия Макарова, вообще огонь, ты выиграла этот бокс, он летит к тебе, все, я заскринила, все. И последний розыгрыш сейчас очень быстро, о господи, что это? Можно мне позвонить? Да, сейчас, да, можно, сейчас. Смотрите, ребят, сейчас, у нас 12 человек, которые в конце концов в челлендже благодарности сделали посты и реально выложили все. То есть их было гораздо больше, там было по 200 отметок, но реально посты в конце сделали 12 человек. Мы выбрали всех этих людей. Если вас среди них нет, то нужно написать, может быть, это не я выбирала, а наш менеджер. Вот. И сейчас я от 1 до 12 забью в случайный генератор чисел, и мы узнаем, кто выбрал. Все очень, кто выиграл. Все очень просто. Все, сейчас быстро я забиваю, сейчас быстро генератор случайных чисел. Сейчас, ребята, генератор. Вот, генератор чисел от 1 до 18, до 12. Так, от 1 до 12. Так, от 1 до 12. Все, вот, ребят, смотрите, я генерирую, вот смотрите. Вообще, чисто все при вас вообще. Все по-честному вообще. Чувак, генерируйся. Вот, 3, номер 3. Так, номер 3. Слушайте, ребята, вы реально есть люди, которых есть реально люди, которых нет в списке? Так, ладно, тогда этот розыгрыш мы отменяем. Я просто вижу, что очень много народу. Да, пипец. Все, тогда мы не будем сейчас это делать. Все, тогда я сейчас, ребят, я вас очень прошу, те, кто реально писал посты, вы можете написать мне в директ, или я сейчас вот прямо сюда, давайте я заскриню сейчас этот момент, чтобы показать команде. Сейчас заскриню, прямо сюда пишите. Пишите, что вы писали пост. Вот. Или, и давайте, ребят, пишите. И тогда я выйду еще раз в прямой эфир, и мы переделаем. Или напишите, знаете, куда? Прямо в гуру, в аккаунт гуру.
Да, из-за закрытых аккаунтов, может быть, отметки не показывают ваш пост. Поэтому просто на вот, все, ребят, берите. Поэтому напишите, пожалуйста, сейчас в аккаунт гуру, что вы делали пост, окей? И тогда мы переделаем розыгрыш, потому что я так не хочу, чтобы постов на самом деле больше. Я проходила по хэштегу. Да, их больше, реально. Я не знаю, почему они всего 12 выделили. Ой. Ладно, друзья. В общем, я была рада вас видеть. Я сейчас пойду на музыку. Напишите, пожалуйста, в аккаунт Inner Guru, что вы делали пост, и вы участвуете в розыгрыше, хорошо? И тогда все будет супер. Все, ребят, еще можно поучаствовать. Нет, уже нельзя, нужно было 7 дней писать благодарности о том, как поменялась жизнь за 7 дней, когда мы просто учились благодарить. Все, ребят, я побежала на музыку, тогда встретимся чуть попозже, сегодня вечером, я соберу новый список всех участников. Все, я вас всех-всех обнимаю очень сильно.